Артисты омской драмы представили публику новую версию культового романа Ремарка «Три товарища». Воплотить на сцене историю о великой дружбе, которая не страшна даже смерть, взялся режиссер Георгий Цхавирава. Все главные роли в постановке он принципиально отдал молодым актерам-дебютантам. События в спектакле приблизили к эпохе Второй мировой войны, а сам рассказ о судьбах потерянного поколения облекли в неожиданную музыкальную форму. Зрители погружают в атмосферу кабаре. За время репетиции артистам пришлось пройти специальные тренинги по пластике хореографии, а также заниматься с педагогами по иностранным языкам.